Оказывать первую допомогу и выратовывать житё вучат школьников у Могилёвском медицинском колледже. Что год тут аншлаг жадающих просить такого кшталту медподрыхтовку. А для навучальной установы Могилёва это яшчэ и своеасаблівый день открытых дзвярэй. Перед будинком Могилёвского медицинского колледжа черга девчат. Тут проводят медицинскую подрыхтовку для школьников. Традиционно у колледжа полная актовая зала, а маль 400 человек. Медицинская помощь неотложная, первая, может понадобиться в любую секунду. Это предугадать невозможно. Лекцию по основах выратования життя и практичные занятки проводят сами навученцы колледжа. Кажут, главное – переодолеть страх и сорамливость, собраться и правильно оказать допомогу. Всем телом, то есть вот так вот, считается, ты делаешь два вдоха теперь, быстро. Мы спасли человека сейчас. Делали все правильно? Да, абсолютно. Мы немножко стеснялись, но это ничего, как-никак первый раз. Ведать правила оказания первой допомоги актуально для каждого. Попробовала наложить шину при открытом переломе. Ну, немного получилось. Планируешь связать свою жизнь с медициной? Ну, не планирую, больше планирую со спортом, но немного получается. Но в спорте это пригодится. Те, кто все ж таки планует стать медработником, смогли доведаться про правила уступной кампании у колледж. Для их зладили экскурсию по навучальной установе. Надея Мешкевич, Александр Тарасов, Новини Регион.